Итак, ребятки, всем привет! Как вы поняли, вышло майское обновление. Сегодня мы его посмотрим. Оно небольшое, но очень приятное. То есть изменили зарплату на дальнобойщиках, добавили новые наборы, и самое интересное то, что добавили ивент. Сегодня я вам много чего покажу. Возможно, вы чего-то видели, чего-то не видели, потому что, допустим, в данный момент нельзя зайти на сайт, посмотреть, там то добавили. Поэтому что я сам нашел, то я вам покажу. Ну и, конечно же, не забывайте водить мой промокод. Водить промокод полканов на любом сервачке до 5 уровня. За ним получится очень приятные бонусы, денежки, плюшки там и так далее, поэтому не забывайте вводить мой промокод. Буду вам очень сильно благодарен. Берем просто машиночку. Первое, что я хочу вам показать, то, что изменили графику, то есть машины стали другие, то есть у меня сейчас стоит full графика, стало лучше отображение на машинах, то есть, как-то оно все поменялось. По FPS у хрен его знает. Вроде бы что-то поменялось, а вроде бы и нет. Давайте сейчас включим. Получается подвесочку туда-сюда. То есть графика реально поменялось. Итак, давайте посмотрим наборы. Получается, здесь появилась еще новая фишка в том, то, что вы можете видео посмотреть. То есть, вот нажимаете. И можете здесь просто посмотреть видео, как это будет выглядеть. К его перелистнуть нельзя. То есть. Э, ну, как-то перемотать. То есть, можно вот так вот просто посмотреть, как оно будет выглядеть. То есть, это реально прикольно, такая новая фишка. То есть, вы будете изначально видеть то, что вы покупаете. Данный набор стоит 30 тысяч, получается. Здесь у нас есть одежда киберпанк с двумя стилями. Аксессуаров правую руку, катана, киберпанк, анимированный аксессуар с эффектом красного дыхания, маска Они. Следующий набор получается у нас бизнес-леди. Мне здесь нравится мерседесик. Очень симпатично выглядит. Правда, не знаю, вы в этом ролике покажут или нет. То есть тоже можно здесь стиль менять, видите, на женском скине. То есть я понимаю, эти два только скина, могут подвергаться изменению стиля. Не, ну красивый. Красивый Мерседесик прям мне очень нравится. Бля, пушка, пушка просто. Я прям себе его захотел, на самом деле. Сразу переходим, получается, на ивент. Что у нас здесь есть? Всего получается 50 уровней паса, то есть обычно 100. В этот раз они сделали 50. И появились новые кейсы, получается, майские. Там, получается, есть красный дым, много всяких приколов, тюнинга и так далее. То есть пас, получается, стоит 1250 амазингов. Вент uh, у нас uh, пишет 19 дней Будет, то есть есть как бы и бесплатные Приколы, есть не бесплатные, поэтому Я думаю вы поняли, но самая Цена конечно эти кейсы, то есть Их можно будет либо открывать, либо Продавать, я не знаю почем их будут продавать А именно призы которые будут у нас за монеты Вот они как бы и здесь есть и Я не понимаю зачем сюда добавили вот эту машину Нива uh, travel то есть Ее скорее всего наверное убрали с автосалона То есть что мы здесь видим, здесь у нас получается Есть летающий такой вокруг головы Аксессуар, тамагочи, есть Получается аксессуар на плечо Кибер Рудольф. А есть одежда Десантника. Анимация со звуком Здравствуй, мама. Потом получается анимация со звуком твист, рецепт АС Вал. Вот это я себе возьму по-любому. Вот. Рецепты, пацаны, надо брать. Мой вам сука, совет. Я еще запишу видео. Конечно, что брать с ивента, когда цен добавит. Но блять, мой вам совет берите. Потому что это такая тема, которую ну надо брать реально. И у нас появляется новый тюнинг а именно фары. То есть, можно будет сделать зеленые фары, либо синие фары. Доступно 10 оттенков на выбор. Вот, блять, самый. Для меня обидно то, что, блядь, машины... С каждым ивентом становится собирать все сложнее и сложнее, но все равно они красавчики. То есть добавляют новый тюнинг. Мы эти фары ждали, блядь, 3 года. Еще 3 года назад их показали. Но купить их нельзя нигде было. То есть синий, зеленый. Я зеленый себе хочу. Мне надо зеленый на м 5 на x5. Renault на Т. Короче, мне надо где-то 5 этих фар купить. Но они будут, наверное, дорогие, пиздец. Изначально надо собрать М5, а потом же все остальное, правильно? Правильно. А здесь мы можем, получается, квесты проходить. А мы это, я думаю, на СМИ будем делать. То есть, здесь получается битва на. ТТшниках, ну точнее вы поняли. Вот сейчас сражение в городе, пистолет ТТ. Короче, здесь, я так понимаю, поменяли только одну локацию. Это получается крыша. То есть раньше там нужно было заходить на метку, там туда-сюда. А сейчас вам нужно просто там забегать. То есть это на самом деле удобнее, потому что пока вы на метку заходите, вас чуть фризит и как бы это не особо хорошо. А сейчас вам просто нужно пешком забегать. Получается наверх. По мне уже хуярят, ебать. Кстати, все, Мерседесик уже забрали. Давайте попробуем заспавнить его. 715 ID. Уже, получается, некоторые наборы купили. То есть, вот этот Мерседесик. Очень даже приятненький такой. Красивый. Симпатичный. То есть, видите, даже фары по-другому светят. То есть, они графику реально очень сильно переработали. Красиво все смотрится. Короче, по банкомата то есть, допустим, если мы положим деньги, ну допустим, 500 тысяч, да, положим. То есть еще 500 тысяч. Можем так чисто бабки закинуть. Допустим, да, очень красиво сделали, очень удобно. То есть можно штрафы оплатить, можно положить. Видите, можно снять всю сумму. То есть можно 500 тысяч положить, можно обратно снять. То есть можно положить 100 тысяч. Ну, допустим, там штрафы оплатить, либо пополнить телефон. Ну, то есть, реально очень прикольно сделали. То есть, снять деньги, положить, посмотреть свои штрафы можно. Оплатить штрафы можно. А, вот, кстати, можно посмотреть удовлетворение. Вот таким вот оно образом теперь выглядит. Ну что ж, ребятки, давайте посмотрим обвесы, которые добавили на машины. То есть, это получается у нас девятка, можно ее сделать вот такую вот симпатичную. То есть, вы можете вот так вот сделать, можете так сделать. Не, ну выглядит прикольно, реально. Так, у Си у нас тут вот тоже получается три обвеса. То есть, это вот первый. А, вот такой вот получается обвесик. Это, по-моему, как у Стилова. То есть, вот такой вот получается обвес тоже симпатичный. Тут у нас бампера нету. Это, знаете, такой уже дрифт-корч, то то есть видите, это уже специально для дрифта. И вот еще такой вот вариантик есть. Ну это такой более простой, как я понимаю. Мне больше всего, наверное, нравится. Ну второй нравится и в принципе, первый тоже нравится. Такое себе, не знаю, не очень нам не нравится, на самом деле, в этом обвесе, что-то как-то, ну, на скриншотах было бы интересно, может, если сюда поставить тонировку, другие диски, то она будет посимпатичнее. Ну и, в принципе, последнее, что бы я хотел вам показать, это, получается, зарплата модально, ее изменили. Южный Эдова 120 100 тысяч платят. Допустим, Южный Склад 91 77 тысяч платят. То есть, зарплату подняли на все скиллы, то есть, реально, очень хорошо платят. Вот Южный, там, Арзамас 2, 65 скилл, 60 тысяч. То есть, на все скиллы подняли зарплату. Я надеюсь, что они это не изменят. То есть, ну, очень хорошо платят, на самом деле. То есть, за час э, на большом скилле можно делать э, больше миллиона, я думаю. И на контракты от ТК тоже подняли зарплату. Приходите в ТК Дигамовых на 0.2, потому что у них X50 премии 1% стоит. И скоро будет улучшение с рейсами от ТК. То есть, вот, допустим, рейс от ТК. Порт этого 140 тысяч. Сотый скилл. Ну, это прям очень хорошо. То есть, вот об этом я вам говорил. То, что надо вот такие вот зарплаты сделать от ТК. Рейсом обычно рейсы поднять. Что в принципе они сделали. Смотрите разработчики, там, Федя, может, либо все кто-то, то пожалуйста, не трогайте зарплату. Прям вот пусть как оно есть, пусть так и будет. Ни больше, ни меньше. На этом я буду заканчивать данный ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всем пока-пока!